Всем привет. Всем привет. Ой, тут у меня что-то с камерой случилось. Вот это вот окошечко, оно плохо открывается, не до конца. Остается полоска. Видишь? И нужно вот так вот, папа, помогать рукой. Ну, в общем, камера уже старая. Сколько она у нас? Лео, кванто тенемос эса камера? Кванто анес? В общем, где-то года 4 или 5 точно она у нас. Сколько раз она у нас уже падала. И вот только недавно еще раз упала. И вот это вот теперь окошечко, которое открывается при включении камеры, оно застревает немножко. Я уже помыла голову с утра пораньше. Завтракать будем? Да? О, Оля, помогай. Это ты вчера упала? Ничего себе, ты проехалась. Это ожог такой у тебя. Протерла, да, рукой? Садила на детскую площадку, называется. Ты умылась? Зубки почистила? Потом. Нет, сейчас давай. Ну, видишь, уже у тебя затягивается. У нас тут хлебушек жарится. Это какие-то палочки. Что это такое? Каролин. Это моцарелла. Моцарелла? А, сырные палочки. Ее нужно тоже в духовке, да? Mm-hmm. Ты что делаешь? Упала. А кто у нас тут лежит? Король. Король лежит на столе. Пушечка, Филиппушечка. Она уже большая. Это он. Он большой. Ой, ну, видишь, какая морда огроменная. Большой. Морда огроменная такая. Вот. Вот морда. Перед тем, как мы садимся обедать, ужинать или завтракать, я стол протираю. Дезинфицирую. Этот котяра делает, что он хочет. Мама, ходит, где хочет, убирать? Спит, где хочет. Сегодня еще у Каролины занятия по ментальной арифметике. Прибежала. Ты думаешь, я тебя выпущу? Тут кошечка одна приходит. Прямо возле двери сидит, ждет. Домашнее задание сделали? Да. Все выполнили? Молодец. Так что сейчас покушаем и будем заниматься. Я сегодня хочу елочку вынести уже на улицу. У нас, в принципе, потеплело. Ночью уже плюс. И я не знаю, почему она начинает осыпаться. Я надеюсь, она у нас не высохнет. Вроде поливаю ее, все хорошо. Мне кажется, ей уже хочется на улицу. На свежий воздух. Где-то с серединки и до верху нормально все зеленое. А вот снизу она осыпается. Я уже устала пылесосить постоянно. Тут кот пробежится, все. Тут сразу с этими, с иголками. Потом дети таскают на ковер. Потом это попадает в носки. Больно колется. Сейчас будет трюк. Вот яйца. Я хочу их перевернуть. Нет. Так, ну-ка, не мешай. Раз, два, три. Почти. Тяжелые. Надо было повыше поднимать. Ну, торчится. Давайте еще раз. Ой, мамочки. Они просто тяжелые, поэтому я боюсь это. Мам, нет, тяжелые. Не будем сейчас мучить яйца. Нет. Мы переложим их на тарелочку. Папе подают у меня пресс. Хорошо, что они не жидкие, так бы уже распластались. Такие вот сырные палочки. Можно я попробую? Это чей? Вкусно? Сыр в кляре, короче. Так, девчонок, зовите. А? Девчонок. У нас начинаются занятия. Время пришло. Абакус у тебя есть. Так, карандашики иногда нам нужны. Это домашнее задание нам потом дадут. Какую книжку? Какую книжку тебе надо? Ну. Ладно, ты занимайся. Я пошла. У тебя есть 45 минут. Сегодня она на этом стульчике занимается. Все, давай, удачи тебе. Минус один. Плюс 8. Одновременно. Одновременно. 8. Получаем. Колокольчик 4. Все. Наш урок закончился. Мы всегда ставим звездочки. Так, вот. Ставим 5 звездочек 5. И отправляем. Кстати, ребят, в школе Sirius Future до 31 марта действует акция «Выгода на старте». По ней вы можете зарегистрироваться на любой вводный урок и получить на бонус 1000 рублей, которые можно потратить на покупку курса либо товара Sirius Future в течение одного месяца после начисления. Далее бонусы сгорают, поэтому успейте, у вас есть еще время до 31 марта. Ссылочку я оставлю в описании, переходите, записывайтесь и получайте бонус. Вот, решили подарить вот такую пижамницу ее подружке. Думали, решали, кто это у нас, мышка или мишка. Все-таки, наверное, скорее всего, это мышка. Еще и серенькая, да? Угу. Вот такая вот получилась. Изначально я хотела сделать зайку. Сделала мордочку. Потом смотрю, нет. Собака. Да, потом смотрю, нет. Мордочка на зайку вообще не совсем не похожа. Ушки тоже связала, привязала. Стала похожа на собаку. Потом, значит, связала. Думаю, ладно, будет у нас мишка. Связала ушки, получились большие. Пришила,
В итоге получилась мышка. Вот так вот. Папа унес елку и забыл чат, тарелку взять. Куда ставить? Сюда? Мам! Хочу все, пусть здесь стоит теперь. Держи в воде. Поливать также буду, конечно. Смотрите, солнышко вышло. Тихо, ты что делаешь? Ксюша. Хоть такая. Нет, страшные не покажу ногти. Они так сильно. Я говорю, страшные лучше не видеть. Я уже сняла покрытие. Последний раз делали в декабре. А сейчас март, 2 месяца. Кажется, что вот месяц прошел только. Сделали. Пойдет. Ладно, все. Все? Убираем. Там пар выходит. Ксения. Куда ты нажала? Сюда. Горячо? Yes. А уже у меня научилась гнуть палец, смеется. Марка, ты покажи. Мах, цак, ты мету. Я не умею так. Это как дракончик. Ну, меня так не делает. Это больно. Да, только один. Я очень сухарный. Идите в магазин. Маргарита, ты идешь? Нет. Почему? Пойдет. С папой иди. Нет. Смотри, это из-за суперклея. Картошку купите, картошку, картошку. Да. А Марго, тупой с орехом. Идите на улицу погулять. Да, идите гулять. Быстро. Искупался вчера, да? Искупался. Ага, искупался. Мы еле как с Ксюшей удержали его. Он нас чуть не порезал на кусочки. Да, Филиппуш? Чуть не порезал нас на кусочки, на мелкие. Столько силы у него, еле как удержали, да, Ксюш? Ксюнчик, мы пошли. Пока. Ксюша занимается. Велялись. Мама, мы куда? Куда велик взять? Ну, велик у тебя сзади там, в багажнике. Мы куда? Мы на озеро куда-нибудь погулять. Бабушку выгулить. А тут есть мороженое? Нет, нет мороженого. Нет. А сейчас же холодно. Какое мороженое? Холодно. Прохладно на улице. Так, мы уже приехали. Все, посмотрели и домой. Красиво. Куда? Гулять. Сказала домой. Ну, я ж пошутила. Я пошутила. Цветочек? Да, да. Ты цветок выиграла? Сель, ты куда-то там чист. Ты салю на флор или ты дам на флор? Катайся, Макс. Дай ручку. А как тогда? Мы к машине идем. Что-то мы замерзли. Чайки кричат. Хлебушек с собой не взяли. Холодно. Замерзли? Какое мороженое? Потрогай мои руки. Холоднючие. Мне холодно. Ты не замерзла? Нет. Нет? А ты? Бегать надо. Набегались. Часик прогулялись. Домой. Домой. Скорее бы уже весна, скорее бы уже солнышко. Хочу сделать с этой цветной капустой. Приготовим в духовке. Кляре. Да. Нет, внизу. В кляре, как я раньше делала. Капусточку я нарезала, сюда добавила соль, специи разные, там перчик, паприка, чесночок и крахмал. И оливковое масло. Теперь выкладывай только по отдельной. Ну, можешь вот так вот высыпать и потом их разложить, чтобы они друг на дружке не лежали. Ну, как-то уроки делает, папа или Каролина? Мама. Кара.
Кто уроки делает, папа или Каролина? Папа. Папа. Что? Кому оценку ставить будут? Кем ты на таре, ту или Каролина? А, прокис, ну. Ему нужно здесь соединить слова с картинками. Ты не знаешь, что ли, Макс? Жарко, так сними куртку. Я сукану, я сюда сниму куртку. Я эту муску. Ба, это же тубе. Тубе. А куртка? Тюбик. Макси, тубе, тюбик. Тубе это паста. По-русски тюбик. По-немецки тубе. Тубо, на испанском там есть тубо. Ты знаешь, как называется? Ксюша, ты веган? Угу. Ксюша у нас стала вегетарианкой. Представляете себе? Все. И Каролина туда же. Каролина недавно узнала... Эй, Дона! Ты только не помогай, пусть она, пусть сама, Ксюша. Каролина недавно узнала, откуда молоко берется. Ну, то есть она знала, что молоко от коровы, а как именно молоко берут? Мы ей рассказали. Еще она спрашивала, откуда мясо берут. Мы тоже ей объяснили. И после этого она сказала, что больше никогда не будет кушать мясо, потому что ей стало жалко животных. Она запретила даже нам мясо покупать. Говорит, чтобы мясо не покупали. Каролина, ты имеешь право выбирать, вегетарианец ты или нет, но других заставлять не нужно. Но если кто-то не хочет, папа не хочет, бабушка тоже не хочет. Практически мясо не покупаем. Покупаем только курочку, либо индюшку. А такое свинина, говядина очень редко. Связала Каролине вот такую вот змейку. Типа змейка, а вот такая вот с глазками. И теперь она хочет, чтобы она у нее гнулась. Чтобы она гнулась, нужно проволоку туда засунуть. Вот, проволоку мы нашли. Но проволока очень, знаете, такая, она не жесткая, мягкая и тонкая. Да. Я засовываю в змейку, но не получается ее согнуть, потому что очень толстая змейка. В общем, мы тут уже видео просмотрели, тоже разные. В общем, я так понимаю, что нужно связать вот с таких ниточек потоньше и поменьше змейку. Тогда получится. Либо нужно просто проволоку потолще. И погрубее, чтобы она прям жесткая была. Хочу смотреть, как. Надо, я знаю, как связать. Вот. Сейчас пока тебе не могу, мы спать собираемся. А я Мишку вижу. Видите, голова у меня получилась, глазки. Мне кажется, глазки маловаты. Или нормальные? Мама, нормальные глазки? Знаешь, как видится это? Как видится? Ты можешь с этими даже какой-то грибы делать. Грибы? Грибок? Да. На грибок похож? На шампиньон? Да. Ножку еще сделать, и будет шампиньон, да? Да. И даже это. Вот такие. Да. Видите, как... Да, вот такие вот змейки, которые накручиваются на пальчик. Она такую хочет. Я попробую связать. Видишь, у них нитки тоненькие. А вот таких вот не получится, потому что очень толстая змейка. Понимаешь? И так же ты пусть даже не можно так делать. Ко мне тут еще нитки приехали. Вот такие вот. Тут полушерсть разных цветов. Коричневый, серенький, светло-коричневый, темно-серый. И вот такой вот. Такой, знаете, такой молочный цвет. Пока что связала голову. Ну, вроде, не знаю, нормально. Там пылесос шумит. Давайте, детки. Время сколько у нас уже? Время у нас 7:53. Чистим зубки и в школу завтра. Если что, если кому-то надо, какие нитки я беру. Называются они... Так, вот. Alize Lana Gold. Это 50, ой, нет, подождите, сколько тут процентов? 49% шерсть и 51% акрил. Ну, в общем, почти половина. Полушерсть, короче. Здесь написано, в общем, я покупала на Алиэкспресс, но здесь написано, что сделано в Турции. Да, из бисера тоже можно связать, да. Из бисера плести можно змейку тоже. Но сложнее. Ксюша сделала перестановочку. Вот, зацените. Посерединке стоит клетка с хомячком. Вот так вот она отсоединила кровати. Боньке нравится. Тебе нравится, да? Тебе нравится, Бонни. Еще носочки грязные. Бонни обожает грязные носочки. Ты знаешь, сколько она там под кроватью у Маргариты складывает? А компьютер можно забирать или нужен? Текс. Сколько время? 11 часов ночи, по-моему. Я, наверное, посижу еще часик, повяжу и в 12 часов пойду спать. Пока мне спать не хочется.
Ксюша сказала купить зеленую пряжу. Именно такую вот пушистую. Вот такая вот пряжа пушистая. И хочет она связать. Хочет, чтобы я ей связала шапку этого, как его называют, Шрека, в общем. Вяжется такая шапочка зеленая и ушки, как такие. Будем вязать шапку Шрека. На этом буду заканчивать влог. Увидимся с вами в следующем влоге. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.